und legt sich matt mit einem Fächer jeden Tag. Der Alte macht das Wasser glatt. Ich werf den Stein zu meinem Spaß. Das Wasser sich im Kreis bewegt. Der Alte sieht mich traurig an und hat es wieder glatt gefegt. Вас приветствует Федерация Ушу России. Руководитель Федерации, заслуженный тренер Российской Федерации Музуруков Глеб Николаевич. Ученики муниципальной экспериментальной школы УШУ демонстрируют танец львов. Российские спортсмены УШУ являются одной из сильнейших команд в Европе. Спортсмены сборной неоднократно занимали высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах мира и Европы. Представляет клуб Кайнобори. Айкидо – это одно из самых изящных современных боевых искусств Японии, созданное мастером Морихэем Уисиба. В отличие от большинства других видов боевых искусств, айкидо старается поглотить воздействие, а не блокировать его. Основная задача в айкидо – согласованность с движением атакующего и продление этого движения, контролируя и перенаправляя энергию. Филиалом Всемирного центра айкидо Айкикай Хомбудодзё, Токио, Япония. Айкидо в равной степени могут успешно заниматься как мужчины, так и женщины. И, может быть, поэтому не случайно, что руководителем этого замечательного клуба является Карпова Марина Львовна, 4-й дан. Тхэквондо ITF представляет Московская школа тхэквондо. Директором Московской школы тхэквондо является Варшавский Александр Ильич, обладатель 4-го дана, неоднократный чемпион России, вице-чемпион Европы, мастер спорта международного класса, тренер высшей категории. Одним из основных технических требований в тхэквондо ITF, которое было создано основателем тхэквондо генералом Чхоль Хон Хи, является обязательное разбивание предметов. Это входит даже в соревновательный раздел. Когда спортсмен ударом с разворота попытается разбить яблоко, это очень сложный технический элемент. На сцене спортсмена Ассоциации боевых искусств Има Леонозова, руководителем которой является Кирошко Максим Олегович, обладатель черного пояса 4-го дана, чемпион России. Ассоциация боевых искусств Ильяна Озова, руководитель Москвы.
Максим Кирошко, четвертый дан. Федерация КПР России, вице-президент Федерации Роман Белов. Удары в контакт не наносятся, но высшим классом считается как можно ближе от головы партнера нанести атаку. Который недавно получил официальную аккредитацию Государственного комитета по физической культуре и спорту как новый вид спорта в России. Президентом Федерации является депутат Государственной Думы, заместитель Комитета по обороне, заместитель председателя Комитета по обороне Арбатов Алексей Георгиевич. Шифу Тайдзи Цуань, доктор традиционной китайской медицины и иглорефлексотерапии Ван У. Стиль Тайдзи Цуань основан на принципах управления внутренней энергией ЦИ. И невзирая на то, что движения кажутся такими плавными и свободными, это очень трудная работа. Александр демонстрирует Таолу ладони в форме бабочки. И Ли Цуань – это одно из направлений также внутренних стилей в России и странах СНГ. Является золотым призером международного чемпионата Тайдзи Легаси по формальным комплексам и поединкам тунг-шоу. А сейчас демонстрируется практическое применение комплекса. Выбросы внутреннего усилия фадзин, которые позволяют при минимальных затратах энергии проявлять максимальную мощь воздействия на противника. С помощью использования внутренней энергии ЦИ. Вот такое мягкое искусство Ли Цуань. Неоднократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта, обладатель 7-го дана по дзюдо Сергей Косородов, Россия. Как все знают, дзюдо является олимпийским видом спорта, первым в семье боевых искусств. И поверьте, что стать чемпионом мира и Европы в этом виде очень трудно. Вначале демонстрируется медленный выход по приему, и затем непосредственно проведение техники броска. Вес спортсменов намного превышает 100 килограмм. В настоящий момент Сергей Косородов является председателем ассоциации «Московский Будакан». На сцене демонстрационно-показательная группа «Тайквондо» Центра спортивного мастерства силовых структур России. Директор центра, обладатель черного пояса 5-го дана тхэквондо, судья международной категории, мастер спорта Ренат Дмитриевич Садыков. Черного пояса 3-го дана, трехкратная чемпионка России, мастер спорта Халида Якубовна Бафина. Эквадор ВТФ является одним из немногих в семье боевых искусств, которое признано официальным олимпийским видом спорта. Демонстрируется базовая кота, первая базовая кота Годзюрю. Никисай Дай Ичи для начинающих. На сцене Леонид Щепкин, 5-й дан. Демонстрация дыхательно-энергетического комплекса Тэнсё, основанная на работе с дыханием и внутренней энергией.
Сейчас Леонид продемонстрирует самое сложное высшее кота Годзю-Рю Супа-Ринпей. Высшее кота стиля. Стиль Годзю-Рю характеризуется высокой физической подготовкой. Именно на основе Годзю-Рю был когда-то создан стиль, такой широко известный, как Кёкушинкай. Демонстрационная группа «Нунчаку-До» под руководством Сергея Шугаева. Группа является победителями чемпионата города Москвы по кикбоксингу в разделе «Сольные упражнения». Федерация Айкидо Йошинкан Додзю Мисоги-кан. Руководитель и президент Дэвид Эйрс, Великобритания. 6-й дан Йошинкан Айкидо и 8-й дан United Fighting Systems. Ему ассистирует Оксана Эйрс. Демонстрируется работа с деревянным мечом Бокен. Компании Coca-Cola. То, что вы видите, это абсолютно практическое айкидо. Руководитель клуба, тренер сборной России по историческому фехтованию Зимин Андрей Леонидович. Занимается изучением искусства владения холодным оружием и реконструкцией комплекса доспеха и развитого средневековья. Все оружие, которое вы видите, абсолютно настоящее. Техники традиционного самурайского дзюдзюцу под более известным названием как джиу-джитсу. Руководитель клуба Виталий Архангельский, 3-й дан. Дзюдзюцу послужило основой для создания таких ныне всемирно известных популярных видов, как дзюдо и айкидо. Демонстрация работы с коротким шестом дзю. Дзюдзюцу является практическим методом самообороны, который используется в основном в различных подразделениях полиции. Как в Японии, так и в Западной Европе. На сцене руководитель клуба Виталий Архангельский, 3-й дан. Традиционного самурайского дзюдзюцу руководитель Виталий Архангельский, 3-й дан.
муай-тай, тайландский кикбоксинг. Технику тайландского кикбоксинга будет демонстрировать представитель Всемирной ассоциации тайского бокса господин Салонг, Королевство Таиланд, и инструктор Московской федерации тайского бокса Роман Насонов. Сейчас боец демонстрирует традиционный ритуальный танец, который проводится перед каждым поединком, рам-муай. На сцене господин Салонг, Королевство Таиланд. Удары отрабатываются по специальным предметам. В данный момент это специальные лапы для тайского бокса. Визитной карточкой тайского бокса являются удары голенью, а также коленями и локтями. Демонстрация техники свободного спарринга муай-тай. Тайландский кикбоксинг муай-тай, господин Салонг. Карата до Шатакан. Руководитель центра Игорь Ревенко, четвертый дан. В составе центра 24 чемпиона России по каратэ-до МКФ, 6 обладателей Кубка мира, 5 чемпионов мира и 3 мастера спорта России. Технику самозащиты демонстрируют Елена Пономарева и Маргарита Ревенко. Современное представление традиционного японского фехтования представляют Гречушник Валерий и Арсений Илья. Кендо используется бамбуковый меч Синай, а также специальное защитное приспособление. Всплеск боевого духа и готовность смело ворваться в защиту противника. Клуб «Канон» представляет стиль «Богомола». Данный стиль характеризуется преобладанием ударных техник, а также включает в себя броски и захваты. Стиль богомола Тайдзи Мэйхуа Тайлен демонстрирует Дмитрий Калашников. Возможно, выступление Дмитрия Калашникова не показалось бы чем-то особенным на нашем фестивале, если бы не одно существенное «но». Дмитрий Калашников перенес в детстве церебральный паралич. И лишь благодаря занятиям боевыми искусствами он смог найти в себе силы и выйти на такой высочайший уровень мастерства. Поприветствуем мужественного спортсмена. На сцене демонстрационно-показательная группа боевого самбо и армейского рукопашного боя Центра силовых структур. Мастера спорта международного класса Роман Дружин и Сергей Камилов. Спортсмены демонстрируют ударную и бросковую технику, которая отличается боевой самбо и по
показывают элементы действий, предшествующие проведению болевых удушающих приемов, захватов и удержаний. Выступает команда, представляющая отделение Всемирной Федерации Окинава Карате в Республике Азербайджан. Руководитель и президент Федерации Аббас Гумбатов. Спортсмены Федерации являются неоднократными чемпионами различных соревнований. Первенство Ирана, первенство Турции и чемпионатов Азербайджана. По традиционному карате. Сложнейший элемент в прыжке через 5 человек. В прыжке через 5 человек спортсмен разбил доску ударом хонате головой. В прыжке через 5 человек и огонь он попал ударом йокогери и разбил доску. Инструктор международного класса Всемирной Федерации Окинава Карате и Кобудо, обладатель третьего дана Сергей Юдин. Демонстрирует кота Куанку. Инструктор международного класса Федерации Окинава Карате и Кобудо Александр Межевов демонстрирует кота Тонфа. В окинавском карате использование оружия является обязательным условием, в отличие от других школ карате. Поэтому изучается не только техника работы без оружия, но и техника работы с традиционным оружием. Как раз одно из таких видов традиционного оружия – томфа. А также техника работы с другим видом традиционного оружия, всемирно известным под названием нунчаку. Томфа и нунчака используются в данном случае в боевом варианте каждая. Вес составляет более 1 килограмма. Всем известно, что если есть какие-то недостатки в технике, подобного рода оружием можно скорее повредить себя, чем партнера. Поэтому этим видом требует большого мастерства. Почетный председатель нашего сегодняшнего фестиваля, президент Всемирной Федерации Окинава Карате Шурин Рю, сенсей Эйхачи Ота, 8-й дан. В честь участников и гостей нашего фестиваля сенсей согласился выступить для того, чтобы продемонстрировать технику работы с бо. Вес шеста составляет более 1 килограмма. Это боевой шест. Ароку сяку бо. В выступлении сенсея я могу добавить только одно, что сенсей уже 60 лет. Тем не менее, сенсей хочет показать, что в любом возрасте возможно не только упражняться в ката, но и выполнять такой сложнейший раздел, как тамишевари. И сейчас он продемонстрирует разбивание трех досок ударом кулака. Даю 100% гарантию, что доски абсолютно точно не подпилены и не подготовлены никаким образом. Напоминаю еще раз, что сенсею 60 лет. Дома
Дома, ребята, готовы за места от сенсей. Дома, ребята, готовы.